Всем привет! В студии Анна Троян, в эфире Телегид, обзор медиапространства нашего канала. На этой неделе ваши будни заполнят советские легендарные картины, а в выходные оторвемся с зарубежными комедиями. Все подробности расскажу прямо сейчас. В понедельник, мои друзья, смотрим финальные серии «Часов любви». Ну а уже во вторник стартует всем известная мосфильмовская сага «Тени исчезают в полдень». История небольшой сибирской деревни стала отражением судьбы всего Советского Союза за 70 первых лет 20 века. В каждой серии по местным жителям наносится новый жизненный удар. Разгром банды Колчака, первые выборы в Верховный Совет, а также проводы молодых ребят на фронт. Так что смотрим, ностальгируем и сопереживаем героям по будням в 12:30 и 23:30. Вон, видите, трактор стоит? Да. Пока тракторист обедает... Хочешь, прокачу? Ну, что... Руль тебе не вожжи. Да я на этом тракторе как антип на гармонии. Как я на гармонии? Да. Ну, давай поспорим. Ну, давай спорим. Давай спорим. Давай, давай. Разними. Разними. Да я на тракторе лучше твоего Богдановича ездить буду. Вот только курс окончил. Давай, ну, баба, давай, давай. А мне хоть пока не разрешают, а я поеду. А в среду мы продолжим марафон воспоминаний и порадуем уж точно всех телезрителей. Вечером смотрим легенду советского кино. Берегись автомобиля! Это удивительная история, которая вполне может считаться фантастической. Напомню, застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия этот Робин Гуд представляется изобретательным преступником. Все подробности на ЛРТ 1 ноября в 20:45. Где машина-то? День всеми любимый и особенный. Поэтому, мои друзья, вечерний ужин нам предстоит провести с поваром для президента. Прославившись в провинции, талантливый кулинар Гортензия получает приглашение поработать в резиденции президента на Елисейских полях. Взвесив все за и против, она соглашается. Сможет ли женщина преодолеть все закулисные препятствия дворца? И удастся ли нам сдержать аппетит при виде таких восхитительных блюд? Узнаем 3 ноября в 20:45. Смотрим не на голодный желудок. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Как здорово, что есть в нашем городе люди, которые собирают детей, да, со дворов, чтобы дети у нас занимались спортом. Ну а вечер субботы я предлагаю провести весело с остроумной комедией о незапланированной беременности. Думаю, многие узнают себя в главных героях. Кёртис и Анжела счастливы в браке. По крайней мере, цели и интересы у них общие. Оба деловые и крайне занятые люди. Но все меняет нежданная новость. Девушка-то беременна. Жизнь в доме супругов Марксов переворачивается с ног на голову. Теперь им предстоит преодолеть огромное количество сопутствующих беременности трудностей. Как они будут с ними справляться, увидим 4 ноября в 22:45. Just like an angel, you lifted my mind, I'm reading.
воскресенье вечером включаем ЛРТ и смотрим жизненную и добрую комедию «Учитель английского». Картина покажет историю одинокой преподавательницы из небольшого городка. Однажды после неудачи туда возвращается ее бывший ученик. Героиня решает помочь начинающему драматургу реализоваться и начинает активно участвовать в его судьбе. И кажется, слишком активно. Ну, а к чему это приведет, увидим 5 ноября в 23:00. Итак, вы очень хорошо потрудились, и вы знаете, что делать. И вы отлично выступите. А еще вы должны быть очень горды собой. Я вами очень горжусь. Здравствуйте, мои дети ночи. Я вернулся. Мистер Капинес, вы смогли прийти. Ни одна сила на свете не удержала бы меня от этого. О, дорогая, дорогая Линда, я бесконечно благодарен за твою помощь и понимание. На этом у меня все. Чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях. А еще за нами можно следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. С вами была Анна Троян. Пока-пока.